28 лет прошло со дня трагических событий в Ходжалы. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования устроили массовые убийства жителей этого города. Тогда погибли сотни мирных жителей, в том числе женщины и дети. О случившемся ужасе азербайджанский народ вспоминает каждый год. По информации российского, я обращаю внимание, правозащитного центра «Мемориал», за 4 дня только в Агдам из Ходжалы были доставлены трупы 200 азербайджанцев. Зафиксированы факты надругательства над десятками трупов. В Саратове такие памятные встречи регулярно организует лидер местной азербайджанской общины Хаджимурат Мурадов. В своем выступлении он напомнил собравшимся об истории трагедии, о тех ужасах, которые пришлось пережить его народу. Также он отметил, что отобранные земли, находящиеся по сей день в оккупации, должны вернуться азербайджанскому народу. Есть 4 резолюции ООН, которые на сегодняшний день не исполняются, где написано безоговорочный вывод войск из оккупированных территорий Азербайджана. Азербайджан сегодня пытается решить этот процесс мирным путем. На сегодняшний день 300 тысяч азербайджанцев изгнаны из территории Армении. Более 1 000 000 человек получилось вынужденными переселенцами, живут в палатках. И поэтому на сегодняшний день люди, которые на сегодняшний день лишены своих земель, домов и всего, они должны вернуться на свои земли и жить, так будем говорить, в мире и согласии со всеми. Многих азербайджанцев эта трагедия коснулась лично. Они потеряли родных, друзей, коллег. Вспоминать о тех событиях им особенно трудно и больно. На этой войне я потерял своего друга, близкого друга. У меня пару друзей, которые ранены на этой войне. Поэтому я эту историю знаю изнутри и не понаслышке. Такое памятное собрание в Саратове стало традиционным. Сюда приходят не только азербайджанцы. Поддержку своим единоверцам выражают народы Дагестана, чеченцы, ингуши, казахи, курды, татары, узбеки и другие. Слова солидарности выразили также председатель общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук, а также первый заместитель муфтия региона. Основная цель, для чего мы сегодня собрались в мечети, в доме Аллаха, субханаху ва тааля, это, конечно же, вспомнить тех наших братьев, которые ту ночь или в тот день ушли из этой земной жизни, и мы делаем за них дуа, молимся, просим Аллаха субханаху ва тааля, чтобы Аллах принял их из числа шахидов. Участники встречи призвали молодежь помнить о ходжалинской трагедии и никогда не допускать ее повторения. В завершении мероприятия собравшиеся сделали коллективные дуа за безвинно погибших земляков.